года. Ужасно. Это безвинные погибшие одесситы. Это Одесса, переставшая быть радостным и веселым городом. Это страх, поселившийся в сердцах и домах одесситов. Это находящиеся в СИЗО одесситы, те, кто вышел защищать свой город. Души невинно убиенных до сих пор находятся с нами. Они наши ангелы, хранители. Они наша память, наша совесть. Мир обязан узнать правду о трагедии, которая произошла в Одессе. Мир должен узнать имена тех, кто виновен в ней. Истинные виновники должны быть наказаны. И лишь тогда души убиенных, невинно убиенных обретут покой. Выпускайте голубей.